Как я провел выходной называется. Некоторые люди лежат на кровати, некоторые на диване, а мы пришли в картинную галерею. Видите, сколько тут картин. Удивляюсь я. А вот рулонами лежит. У меня на хранении находится один или два рулона с моими картинами, которые я писал, когда учился в Лениногорском педучилище. И картины карандашом написаны, и картины, написанные маслом, и акварель, все лежит. Это уже более 35 лет этим картинам. И они ждут своего, наверное, времени, когда откроем нашу личную картинную галерею.